Всем доброе утро, ребят. Ну что, мы сегодня с вами посмотрим на наше достижение в 2019 году на сардельке. Давненько мне самому интересно посмотреть, что же там интересного у нас получилось за 2019 год. Заодно сравнить сардельку с бывшей основой. Здесь на русском, также на Тайване посмотрим, забежим на АЭС посмотрим и посмотрим, что там у нас за огник по 450. В общем, поехали, посмотрим, что у нас тут. На столочку мы забирали. Да, по-моему, забрал я. Камешки, возвращение. Castle Clash 2019. Поехали, перейти. Итого. Ни хрена себе, вот эта сарделька гонит. 305 дней в 2019 году я был в онлайне. Нифига себе. Вот это вы должны мне просто мега плюхи дать. Так, окей. Ваше приключение началось. Надо где-то себе будет это все позаписывать, запомнить. В 2017 30-е, 12-е, мы создали 18-е, 19-е, 2 года, ребят, аккаунту. Так, в онлайне мы были 305 дней, эволюционировали троих героев. Эволюция трех героев. Сейчас, секунду. Мне интересно, чтобы это было на английском сервере, посмотреть английский сервак. Так, хотя, в принципе, раз, два. Да, правда, ребятушки. Они говорят правду. Три героя мы сделали эволюцию. Жалко, что не написали, знаете, строку, сколько задонено на аккаунт. Вот это было бы реально ржачно. Лучшее достижение битвы гильдий. 21 облик собрали. Ну, неплохо. 2, 338 рейдов. На 115 миллионов. Так, понятно. Ваше лучшее достижение. Уровень сложность адский. Это за пределы, наверное. Уровень 3, клетка 12. Вы лучше, чем 95% игроков Сарделя лучше. Ребята, это просто... Я вхожу в топ 5% Сарделькой на русском сервере. Ну, это вообще просто огонь. Поехали посмотрим, какие нам они тут плюшки дали. Так, нифига себе. Банка с самоцветами, 10, рунная эмблема. Давайте заберем, посмотрим. И давайте внимательно прочитаем правила. Вот, во время подарок составлен специально для вас, основываясь на вашей игровой статистике за прошлый год. Такое как количество дней, награбленных в рейдах золота мана, количество собранных обликов. Вот так вот. То есть, чем больше вы провели дней, рейды плюс облики. И что в итоге мы получаем? И подарок, кстати, можно забрать только один раз. Так, набор за один самоцвет, давайте. Награды с настолки, так, чтобы не путать. Получить все. Знаете, вот я заходил на немки, и что-то у меня такие же призы были. Два камешка, 100, 10, 2 и 5. Запоминаем это, ребята. Внимательно это запоминаем. Запоминаем. Сейчас мы с вами переходим на второй аккаунт. Там статистика должна быть, ну, наверное, похуже. Так как я, наверное, больше играл здесь на русском сервере на донате. Так, говорю на донате, на сардельке в основном играл, заходим.
Заходим сюда. Получить плюхи. Ну, хоть дали набор одного самоцвета. Так. Камешки заберем потом. Идем на Столклаш 2019. Смотрим. В игру 292 дня. Эволюция 10 героев. Но это не учитывается. Учитывается количество обликов, как ни странно. Золото мана больше, нормальная клетка. Вы лучше, чем 17% игроков. Блядь. Ребят. Сарделька, который без доната. И вот этот вот аккаунт, обликов там собрано больше. Еще раз читаем правила. Количество дней онлайн. Ну, плюс-минус одинаково. Золото, мана здесь немножко больше. Облики там было 20 с креном, здесь 10. Получаем приз. Идем сравнивать. Давайте уже плюшки сюда на базу. И что мы видим? Карточки 100. 500 самов точно так же. Снеки я не помню. Но здесь карты поменялись. По-моему, можно посмотреть награды, какие мы получили. Есть, отлично. А том благословения банка есть. Карта созвездий, камень судьбы. Пятый один, карта созвездий 2. Перекус супер питомца 50. Награды немножко другие. Но здесь обликов собрано меньше, входили мы меньше. Единственное, золото маны больше. Но здесь лучше, чем 17,9, а там чем 95%, ребят. Я в шоке просто. Вот это новость. Поехали. Обратно я вернусь сейчас. Ради такого надо вернуться, ребят. Я хочу просто сравнить плюхи. Я что-то думал, они одинаковые. Оказалось, они не одинаковые. Итого. То благословение банка с самоцветами. Руна эмблемы. Руна таланта. Там у нас было для прокачки и этот, и камень судьбы. Четвертый, а там мне дали почему-то, ну, последний, пятый. И вот скажите, здесь 95%, там 17%. Почему такие плюхи одинаковые? Здесь я больше входил, обликов в два раза меньше. Понятно, здесь золото, мана немножко меньше. Хорошо, не спорю, там в два раза практически. Что золото и мана — это ресурс, который влияет на получение плюх. Опять же, блядь, вспоминаю эти новогодние обосранные подарки от IGG. И смотрим внимательно. Банка с самоцветами такая же. Том благословения такой же. Здесь руна эмблемы, там карта сменки. Там камень крок пятый, ну, пятый последний, который более сложнее достать. Тут руна таланта две штучки. Камень судьбы здесь нафиг не нужен. Мне кажется, что и там плюс супер снеки. Если разобраться, блин, ну там плюхи тоже крутые. Я вот не понимаю, здесь 95% против 17%. То есть, ну, здесь круче, я вхожу в
105%, а там я вхожу в большинство, наверное, там, блин, просто 83%. Плюхи вообще просто супер. Одинаковое количество дней, здесь больше обликов собрано, и походу они равняют по мане или как. Идем дальше, идем на Тайвань, еще посмотрим, что там делается. Ну, короче, ребята, я, честно говоря, в шоке с уравниловки. Вот, даже если так разобраться, то сарделька, потому что они написали, должен получить просто мега плюхи. Бесплаточка. Смотрим здесь. Вот здесь посмотрите, что я получил. 295 дней, то же самое, то есть практически 300 дней, 11 обликов собрали. Ну посмотрите на количество золота и маны, и докуда мы дошли в этом. Ну здесь я вхожу в 33%, просто в 33%, вообще фигня. Так, это набор за один самоцвет, я забираю его, так, чтобы не путать. Вот, а теперь смотрите плюхи здесь. 100-100 одинаково апекс камни. Вот реально дали бы мне апекс камней. Вот я вот не понимаю, за какими критериями. Вот 500 апекс камней. Блин, но здесь мне кажется, вот эти апекс камни перекрывают ту карту сменки, и те камикроки, и даже рунки. Потому что это более востребованная тема. И здесь просто 33%. Плюс сундуки пятые. Ну, блин, как-то награды у них сложены. То есть все получают однозначно книги и самы. Жестко. Поехали, ребятушки, еще АС чекнем. $33, $95 и $17. Ну, просто бред, как по мне. Исходя из чего они делают эти награды? Понятно, и те награды крутые, и те награды крутые, и те надо, и те надо. Но, блин, на русском сервере, на аккаунте донатном... Мы входим в... Мы лучше, чем 17%. Просто лучше, чем 17%. Там мне дают пятые камикроки. Бред какой-то, реально. Так, идем. $118, 3 облика. Золото и маны вообще херню собрали. Получше, чем 7.41, ребят. 7.41 собираем плюшки. И вот посмотрите плюхи на этом сервере. Нормально? 100, 110 пыльцы, облики и эмблемка. Но вот я не знаю, за каким критерием они составляют. Но здесь пыль дали. Ну, сменки, рунка, ну, такое. Ну, возможно, здесь вот. Но здесь 7% всего. Всего лишь 7%. То есть эти проценты влияют только на 3 награды за 3 критериями. Вот и все. Ну, блин, разница-то какая? Жесть, короче. Ну, не знаю, вот реально. Там 95% у сардельки и награды дали, как по мне, ну, реально... Хуже мне они не понравились, нежели дали там камикроки и на других серваках Апекс камни. Ну, по сути, оно за каждым параметром подбирает определенные плюхи. То есть, если там вы мега крутой были там по обликам, это одно, мега крутой потому, то вторая, там четвертая, там третья, четвертая, пятая награда, и они все меняются и зависят, видимо, от параметров. Ну, от стат, которые вы получили. Ну, в любом случае, это халявные плюхи. То есть, тут нельзя не сказать спасибо. Спасибо, IGG, но 95%. И вот эти вот 3 остальных аккаунта, которые я показал, я просто в шоке. Хотя, в принципе, что такое? Это же IGG. Чему я удивляюсь? Вот, реально. Так, ищем наши видосы вчерашние. Так. Где
Там у нас по 450 мы вчера. Так, посмотреть аналитику видоса. Идем. Мы, в принципе, ж можем на любом серваке жмакнуть. Оно не влияет никак. Давайте на Тайване жмакнем за 450. Так, слизняк, ледяной. Блять, как это тут звать? Я уже. У меня уже даже вылетело. Убийца, по-моему. Идем на русский сервер. То у меня уже, походу, бомбит от этого всего. Ну, в общем, ребят, что я могу сказать? Напишите, кому какие дали плюхи, за какие статы, вот, чтобы хотя бы приблизительно понимать. Ну, я проследил тенденцию, то, что 3, 2, точнее 3, 4, 5, это зависит от тех параметров, которые у вас были в году, так как они написали 3 этих. Так, наемный убийца. Окей, поехали. Время 6-7 спама попадается, неужто YouTube нормально начал пропускать? Тритон, синий слизь, падла, нет, морозница. У нас убийца, он не забыт, блять, ну бомбит от этого реально. Так, бочка, снайпер, слизь, нет, тритон, морозница, инженер, нет, королева змей, нет, палач, тритон, нет, панда, циклоп, панда, нет, привет, привет, палач, нет, бочка, шаманка, нет, панда, вот рядом ледяной дьявол, синий слизень, только убийца наемный, 3, куда мне девать ману? Я тоже скоро буду задаваться этим вопросом. Змея, циклоп. Синий слизь. Королева змеи, циклоп. Нет. Привет, ты топ. Спасибо. Привет. Змея, нет. Тритон, нет. Нет. Ниндзя, нет. Панда, нет. Снайпер, нет. Может, видосик про зуба запишу. Синяя кунг-фу панда. Собака, кусака. Слизь, 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 синий слизень, инста, рыцарь, шаман, циклоп. Вот наемный убийца, только не циклоп и ледяной, тоже очень близко, вот по крайней мере. А, ледяха, панда, палач, циклоп, суккуб, синий слизь, панда, королева змей, циклоп. Ледяной дьявол, синий слизень, панда. Видите, очень много рядом. Вот когда вот обычные, очень много рядом, ребят. Шаман. Вариант фиолетовый шаман. Фиолетовый из шаман и панда. Ой, я даже придумал следующую тему. Сделаем. Шаман и панда актуально на сегодня. Роза актуальна. Синий слизь, циклоп, оборотень, шаман, нет, королева змей, нет, циклоп, оборотень, панда, три бочки, шаманда, шаманда, шаман, королева змей, нет, тритон, нет, ледяной дьявол, синий эктоплазм, ну и паладин, нет, палач, палач, нет, ман, нет. Королева змей, ледяной дьявол, синий слизь рядом, только не королева змей, наемный убийца. Видите, наемного убийца только один человек, по-моему, написал.
если никто не угадал, может еще раз зажмешь. И по повторному кругу, ну нафиг. Поэтому и прикол, каждое утро по 450. А потом сделаем слив аккаунта на русском. Так, суккуб зеленый, королева змей, шаман, тритон. Короче, топ ютуб пропускаем. О! Ян Гасай, синяя слизь, ледяной дьявол, наемный убийца. Все просто изи. Чекаем, или еще кто-то есть. И смотрим, если у него все правильно сделано. Синяя слизь, ледяной дьявол, наемный убийца. Видите, вы говорите, не угадывают. Привет, оборотень слизни. Привет, участвую. Должен, ребята, должна быть открыта подписка и репост сделан. Ну, лайк то уже я такое. Так. Подписки. Подписки есть. А репост где? Бро, ну где репост? Ну как вы просыраете с этим моментом? Ну вот... У вас должна быть вот реально подписка на канал открыта, это несложно, заходите в настройки, и репост сделан. Все. Короче, не знаю. Я вот не знаю, что с ним делать. Второй раз, первый у нас кто-то тоже был... Ну, блин, я вот, честно говоря, в шоке. Как вы можете просрать свое это? Ну, вот откройте страничку, чтобы видели, сделали этот видос. Это же, блядь, ну, несложно. Один видос в день всего. Я не говорю за еженедельку, я говорю именно за этот видос. Короче, вот такие вот дела, ребят. Не знаю, пишите, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки и не знаю, что, и пишите, что мы будем с ним делать. Всем удачи, всем пока.